Всем привет, с вами Дыбрик, и сейчас я вам покажу, что случилось с петами. Как вы помните, у меня были статистики питомцев 432 миллиона. Теперь они все стали по 180. Все 180. И я заходил с других тоже аккаунтов, там везде по 180. То есть, если это 180, это черная материя. Если брать серого, просто до минуса, у него 60 статистика. Если Gold Hugo, у него 30 статистика. Питомцы всех пофиксили, видать. Вообще жесть. Теперь они, значит, у нас будут добывать очень долго сундук, да? Блин. У меня слов нету. Только себе сделал крутых-прикрутых петов. Жестко. Давай падай, сундук быстрее. И... ну, падай уже быстрее, сундук. Давай, сейчас посмотрим, как они будут у нас фармить. 2, 3, 4. Ну да. Фармят они медленно теперь. 180. Блин, теперь все 180. Ох. Пишите в комменты, у кого так же. И я расстроился, сегодня пришел домой и расстроился просто. Как так? Как? Жесть. Ладно, всем пока. Все пишите в комментариях, у кого то же самое произошло. Буду это читать, смотреть.